Закон об обязательном страховании жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий вступил в силу в начале 2016 года. Впрочем, хоть он и носит обязательный характер, санкций для граждан, не спешащих оформлять заявку, не предусмотрено. По данным Государственной страховой организации, за 2,5 года работы туда обратились более 85 тысяч человек. И больше всего среди них жители южных областей. По статистике, именно там чаще всего случаются стихийные бедствия. Пострадавшим уже выплачивают компенсацию. С момента деятельности мы уже выплатили более 190 человек, больше 18 миллионов сомов. Это 42, которые произошли 42 жителям Чоңалайского района, которые пострадали от землетрясения. 3 жителям города Майлису по 1 миллиону сомов, которые пострадали от сели. Ну и есть около 10 человек от пожаров, которые произошли в Ошской и Баткенских областях. В регионах проводят разъяснительную работу с населением. Для этого в областных центрах открыли 7 филиалов Государственной страховой организации. Кыргызстанцам объясняют, что страховать жилье нужно им самим. Ведь если вследствие природной стихии или пожара пострадает дом, государство обязано выплатить компенсацию. Конечно, для этого необходимо каждый год вносить определенную сумму денег. Базовый страховой тариф был установлен 0,12%. То есть для сельской местности страховой взнос составляет 600 сомов один раз в год. Ответственность страховщика до 500 тысяч сомов. А для городской местности страховой взнос составляет 1200 сомов. Ответственность страховщика до 1 миллиона сомов. Согласно правил страхования и согласно данному закону, поскольку это социальный пакет, социально уязвимым лицам предоставляются льготы. То есть инвалидам первой и второй группы 100% льготы, третьей группы 50% льгота, также малоимущим семьям тоже 50% льгота. Часто в нашей стране горят и рынки. Трижды горел, к примеру, самый крупный рынок столицы – Орске. Погорельцы застрахованы не были ни в частных, ни в государственных организациях. Этот вид имущества подпадает под добровольное страхование. К сожалению, те пожары, которые произошли на Орском рынке, 3 пожара, да, не с нашей государственной страховой организации не были застрахованы. Ну, мы, по-моему, даже вот знаем, что никто не был застрахован по страхованию имущества. Сейчас ведется разработка проекта, как это будет осуществляться. И, как мне известно, что ведется даже разговор о том, чтобы обязать страховать имущество, которое находится на рынках. Уставной капитал, а также страховые взносы ГСО размещены в банках, на депозитах и в виде наличных, на ценных бумагах и государственных облигациях. Все эти средства контролируются Финнадзором. Анастасия Соболева, Ирлан Кемельбеков, НТС.